Всем привет, сегодня будем смотреть робота злого гуся. Микрофон включаем. Идея робота была взята у Сондера. Сондер такой злой. Только механизм. Ладно, загружай, давай. Сондер, разрешаешь и показать или нет? Если не разрешаешь, то я ему скажу, чтобы он вышел отсюда. Разрешаю. Тебе повезло, тебя спас Сондер. Загружай. Подожди, почему-то я не могу загрузить. Я забыл это. У нас режим общего строительства. Все, загружаем. Вот твой робот. А что он умеет? Манипулятор, короче. Так, ну давай ты поуправляй. Ну вот такой робот ходит, умеет двигать конечностями, вращаться на месте. У него есть поршни, это типа хваталки? Да. Ой, выключи. Он может хватать всех. О, можно меня поймать? Ой, нет, меня поймали. Ну типа такого. А блок может поймать? О, давай, поймай меня, поймай. Поймай. Ой. Блок, к сожалению, не может. Блок? Так, можно я покатаюсь? На кнопку С. Я сам разберусь. Ну я разберусь, короче. Так, короче, он умеет так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Еще так, и вот так. Ой. Так, ладно, приступаем к просмотру робота сейчас. Помоги мне, пожалуйста. Ты будешь смотреть, как я буду мучиться? Может, заново загрузишь? Хорошо. Кто я его испортил? А, спускай. Так. Этот робот умеет вот так ходить. Как сказал Сондер, он разрешает использовать это. Ну, только этому роботу. Не везде. Так, вот так он может ходить, да? Он может вращаться на месте. Может подымать вот эту штуку, опускать. Еще он может вот так вот поршнями сжимать бедных лис. Вот эту штуку вертеть. Да, ну это тоже, но смотри, я сжимаю бедного лиса. То есть я, твоя машина. Меня сейчас в фарш превратят. Я думаю, он написал, что... Сейчас, подожди. Я думаю, что он написал, что его в фарш превратят. Ну ладно. Что? Что нажать? Нажми на английскую C. Ой, подожди. Сейчас мы до этого тоже дойдем. А еще тут можно вот это делать. Вот так получается. Еще вот это. Тут еще, конечно, можно вот так делать. Ну это ладно. Так, дальше, на английскую C, да? Ну, я предполагаю, что там может быть. Мы улетаем далеко. Как кораблик какой-то, если честно. Быстро плавающий. Мы с тобой сейчас билд-а-бота пройдем. Мой спидран по билд-а-бот. На роботе хваталки. Сейчас. Мы вроде бы почти прошли. Вроде бы. Если ускоритель только не кончится. Ой, ё-моё, я улетел. А я живой, но я лечу в бездну. Я проиграл. Я тоже. О, мы почти до конца прошли. Ага, заново загрузи. Что-нибудь хочешь сказать про своего робота? Сондер. Свои идеальные типы. Ну да, прям уж. Сначала я хотел сделать вместо хваталки блок. Пушку. Чтобы блоки двигались. Сейчас я хочу так сделать. Красиво выглядело. Вот такой вот робот. Он умеет ходить, умеет двигать хваталки как надо. Вращаться с башней и джербать и делать фарш из людей. Ну, как сказать. Это предназначено, наверное, для блоков, но все же... Ну ладно. А для чего ты сделал этот, так сказать, пресс? Ну, честно скажи. Хотел, чтобы блоки хватало, но не получилось. Ну, еще что-нибудь хочешь сказать? Нет. Ну, ходит он хорошо. Вот это тоже хорошо. Ну, такой робот хватательный. Ну, все получается. Ну, все, всем пока. Пока. Ой.